Жители Челябинской области подозревают сразу в двух преступлениях на территории Смоленской области. В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело. За что задержан? Находился в нетрезвом состоянии за рулем. За рулем какой машины? Пятерки. Челябинец был задержан ночью 7 мая по подозрению в угоне автомобиля. По словам сотрудников МВД, житель одной из деревень региона обратился к ним за помощью, рассказав, что его машина исчезла. Инспекторами ДПС тем временем было замечено похожее транспортное средство. Водитель не хотел останавливаться и пытался скрыться. Полицейские устроили погоню и задержали за рулем легковушки челябинца. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Рославский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В отделе полиции он разъяснил, что воспользовался чужим авто, чтобы доехать до родственника. Южноуральцу теперь грозит до 5 лет лишения свободы.